Для Тамира Галанова это четвертая золотая медаль. Прошлый чемпионат России наш спортсмен пропустил. В этом году ехал только за победой. Конечно, каждый бой тяжело. И чемпионат России, каждый бой уже выкладываемся по полностью. Ну, как у меня получилось, от первого к финальным боем уже подрастающе пошло. А вот для Георгия Кушиташвили это первое золото чемпионата России. Финал выдался непростым, и все же решением судей победа была присуждена бурятскому боксеру. Сейчас, спустя несколько дней после победы, атлеты уже ставят перед собой новые задачи. Мы стараемся выигрывать. У нас одна цель, основная — Олимпийские игры. Все туда хотим попасть, выиграть, стать чемпионами. За атлетов переживала вся спортивная общественность Бурятии. Их победы – очередной шаг на пути в Олимпийский Токио. Успех медалистов оценили и в народном хурале. Спортсменам были вручены дипломы и памятные подарки. И мы искренне вами гордимся, потому что вы смогли проявить целеустремленность, свои спортивные качества на самом высшем уровне, смогли волю проявить и с полной отдачей сил, потому что соперники тоже были очень серьезные. Несерьезных соперников на таком уровне соревнований никогда не бывает. И смогли вот принести два золота и серебро. Сейчас у спортсменов несколько дней на отдых, а уже на следующей неделе обладатели медали чемпионата России должны прибыть на сборы в состав национальной команды России. Батыр Ламбаев, Андрей Дармаев, новости дня.